хотел показать вам, друзья, билборд. Сейчас я наведу на него. Надеюсь, будет видно. Тут написано, такой домик стоит, знаете, перед ним не лужайка, а черти что. Такое, не поймешь что. И вот здесь написано «Brown is the new green». Значит, это, как бы сейчас такой новый лозунг с точки зрения экономии воды, чтобы вот не травкой, а вот там камнями посыпать, кактусы какие-нибудь высаживать. Целые технологии, вот какие растения сажать, чтобы не было такого потребления воды, чтобы сэкономить. Давайте мы еще раз вот на этой светлой ноте и закончим. А я вам живьем буду показывать как бы реализацию этого дела в разных местах со временем.